продолжаем читать, дочитывать первую книгу царств, трагическую историю царя Саула, его конфликта с Давидом. В предыдущий раз мы говорили о последней ступени Саула. Сегодня речь пойдет о очередном подвиге веры Давида. И в 31 главе уже наступит неизбежная развязка. Конец главы и конец правления царя Саула. И мы в прошлый раз говорили о посещении царем Саулом волшебницы в Аендоре. Ну вот, волшебницы, это надо понимать, эвфемизм, это не волшебницы из детский сказок Волкова или там какая-нибудь фея из сказок братьев Гримм. Нет, это вот настоящая такая просто обыкновенная ведьма. Если ее, скажем, более детально классифицировать, то занимается она спиритизмом в самом прямом смысле этого слова. Она вызывает, то есть общается с бесом, который является под разными видами. Вот, для, для непосвященного она вызывает, это представляется как вызыванием тени умершего. Ну, мало ли, там кто-то спросить хочет, посоветоваться, там, узнать, где золото зарыто, или там, что потом делать. Ну, вот, Люди обращаются, тоже как бы не в 19 веке спиритизм-то изобретен был. В 19 веке люди настолько отдалились от Бога, что снова появились такие вот, с позволения сказать, волшебницы, которые, общаясь с бесами, делали вид, что беседуют с душами тех или иных умерших людей. И вот она была потрясена, вышла сей тень Саул Самуила, чего она никак не ожидала. Вот, и она м -м, сыграла тут свою роль медиума, вот неожиданно. Но Самуил говорит Саулу очень жесткие слова, и ни малейшей надежды в этих словах нет. Он констатирует факт завтра вы все будете со мной. Так оно и будет. Вот. Это очень больно сознавать, что завтра все будет кончено. Будь больно очень, тем более, что это ничего хорошего это не сулит, и Саул это понимает. Но он может остановить это. Может. Он мог не доводить до этого. Ну, Мало ли кто мог до чего не доводить? Это сослагательное наклонение, в данном случае слабое утешение. Ах, если бы докабы. Да вот, все шло так, как шло, и мы день за днем следили за тем, как падает Саул, и он не хотел остановить свое падение, и всякий раз, когда ему была возможность сделать правильный выбор, и остановить свое падение вниз, он его не делал. Мы знаем это, ибо каждый из нас живет так же. Но кроме того, что он мог бы до этого не доводить, он мог бы это предотвратить. Вот здесь, сейчас, он мог сделать так, чтобы завтра наступило а пророчество. Самуила не сбылось. Он мог сделать это. Известен случай. Он, правда, произойдет несколько после, много после, через несколько столетий, после царя Саула. Но, тем не менее, он показывает, что эта возможность есть, она была. И, собственно, вмешательство Самуила именно к этому и направлено. Ведь мог Бог и не посылать Самуила. Явился бы этот бесеныш сказал бы какую-нибудь ерунду очередную. И все бы случилось так, как случилось, но возможности изменить этого бы не было. А в, словах Саула, а в словах Самуила есть возможность к изменению. Именно категоричность его утверждений, безапелляционность его свидетельства, в них кроется возможность изменить будущее. Будет такой царь, ничем, собственно говоря, не лучше Саула. Царь Ахов, в разделенной уже на две половины э, Израильском государстве, будет царем его северной половины, худшей половины. Вот. Впервые женится на ужасной женщине, которая заведет не только идолопоклонство, но и откровенное язычество, и будет поклоняться иным богам, и много зла сделает этот царь, но ему посчастливится жить во времена пророка Ильи, этому царю Ахаву. И вот э, за все свои нечестия и злодеяния, которых он нисколько не стыдился, конечно, масштаб его личности меньше, чем масштаб личности Саула, но гнусности он надел гораздо больше, гораздо. И... Илья пророк явился к нему и сказал то же самое, точь в точь. Умрет, умрут все твои дети, твоя жена и ты, в конце концов. И все ты это увидишь, и последним умрешь ты. Вот буквально на медне. Ну, не завтра, ну дня через три. И Ахав испугался. Он испугался, разодрал свои одежды, сел и заплакал. Нет, он не каялся в своих грехах. Смысла никакого не было для него, по крайней мере. Он не знал никогда Бога, никогда его не ведал, никогда им не интересовался, как можно покаяться. В отличие от Саула, который даже иногда пророчествовал. И вот э, оттахав силы плачет. Не потому что кается, а потому что страшно. Страшно, потому что это правда будет. И ждать, когда это будет не сегодня, не завтра, это ужасно. Он сидит в разодранных одеждах, понимая, что Бог сказал и сделал. Че ж сопротивляться-то? Сидит и плачет. Бог тут же. Является Илегрис, скажи, ладно, за то, что он смирился, то есть поверил словам и испугался их, скажи ему, пусть живет сколько хочет, сколько может. Пока он жив, ни детей, ни жены не истреблю. Хотя они вполне себе нечестивы, но он смирился всего лишь он смирился. Саул мог сделать то же самое. Сесть, разодрать одежды и плакать. И этим бы он признал, что всю жизнь воевал с Богом, который сильнее его. Он бы признал его власть над собой. Просто бы этим признал, что да, страшно, завтра все случится, и от этого страшно. И сражения бы не было войска бы разбежались. И какая-то часть территории, возможно, бы попала под власть Филистим. Первый раз, что ли? Всегда такое бывает. Ничего страшного. И тем не менее остался бы жив не только он, кто знает, чем бы все закончилось, а его дети, которые совсем не чита детям царя Ахава и они бы не погибли. И народ бы не погиб. Пусть с ним, с самим Саулом, но все можно было изменить, если просто сокрушиться здесь, как он рухнул, как подкошенный, сесть и тут же разодрать свои одежды и рыдать о том, что он напрасно прожил свою жизнь, споря с тем, кто сильнее его. Давно надо было смириться с этим, просто смириться и сказать, кто я и кто ты, как тысячу раз потом и до этого и после этого будет говорить Давид. И больше ничего. Смирился бы и все изменилось, все бы перевернулось, но именно этого единственного Саул сделать не хочет. Не хочет. Ахав, который был неизмеримо меньше его, хуже его, смог. А этот не может. Ибо настолько он горд, настолько он живет непокорностью. Ни за что он не сломается перед Богом, ни за что не признает, что Бог действительно может. Он пытается обмануть Бога. И начинает это сражение в надежде, что удастся избежать как-нибудь, кто его знает. И попадает туда, куда, в ту самую ситуацию, от которой пытался скрыться. Но вернемся к Давиду. Это 30 глава, а Давид являет, как раз в отличие от Саула, являет веру. В третий день после того, как Давид и люди его пошли в Секелак, амаликитяне напали с юга на Секелак и взяли Секелак. И сожгли его огнем, а женщины всех бывших в нем, от малого до большого, не умертвили, но увели в плен и ушли своим путем. И пришел Давид и люди его к городу, и вот он сожжен огнем, а жены их и сыновья их и дочери их взяты в плен. И поднял Давид и народ, бывший с ним вопль, и плакали, доколе не стало в них силы плакать. Взяты были в плен обе жены Давида, Ахинаама, израильтянка, и Авигея, бывшая жена Навала, кармелитянка. Давид сильно был смущен, так как народ хотел побить его камнями, ибо скорбел душой весь народ, каждая о сыновьях своих и дочерях своих. Но Давид укрепился надеждой на Господа, Бога своего, и сказал Давид Авиафару, священнику, сыну Ахимелехову, принеси мне Ефот. И принес Авиафар Ефот к Давиду. И вопросил Давид Господа, говоря, преследовать ли мне это полчище, догоню ли я их? И сказано ему, преследуй, догонишь и отнимешь. И пошел Давид сам, и шести, шестьсот мужей, бывших с ним, и пришли к потоку Васор, и усталые остановились там и преследовал Давид сам и 400 человек. 200 же человек остановились, потому что были не в силах перейти поток в Осорский. И нашли египтянина в поле, и привели его к Давиду, и дали ему хлеба, и он ел, и напоили его водой, и дали ему часть связки смокв, и две связку изюму, и он ел, и укрепился, ибо он не ел хлеба, и не пил воды три дня и три ночи. И сказал ему Давид, чей ты, откуда ты? И сказал он, я отрок египтянин, раб одного маликитянина, и бросил меня господин мой, ибо уже три дня, как я заболел. Мы вторглись в полуденную часть Керети и в область Иудину, и в полуденную часть Халева, а Секелак сожгли огнем. И сказал ему Давид, доведешь ли меня до того полчища? И сказал он, «Поклянись мне Богом, что ты не умертвишь меня и не предашь мне в руки господина моего, и я доведу тебя до этого полчища». И он повел его, и вот амаликитяне, рассыпавшись по всей той стране, едят и пьют и празднуют по причине великой добычи, которую они взяли на земли филистимской и из земли Иудиной. И поражал их Давид от сумерек до вечера другого дня, и никто из них не спасся, кроме четырехсот юношей, которые сели на верблюдов и убежали. И отнял Давид все, что взяли маликитяне, и обеих жен своих отнял Давид. И не пропало у них ничего, ни малого, ни большого, ни из сыновей, ни из дочерей, ни из добычи, ни из всего, что маликитяне взяли у них. Все возвратил Давид. И взял весь мелкий и крупный скот, и гнали его перед своим скотом, и говорили, это добыча Давида. И пришел Давид к тем двумстам человек, которые не были в силах идти за ним и которых он оставил у потока в Ассор. И вышли они навстречу Давиду, навстречу людям, бывшим с ним. И подошел Давид к этим людям и приветствовал их. Тогда злые и негодные из людей, ходивших с Давидом, стали говорить за то, что они не ходили с нами, не дадим им из добычи, которую мы отняли. Пусть каждый возьмет только свою жену и детей, да и идет. Но Давид сказал, не делайте так, братья мои, после того, как Господь дал нам это и сохранил нас, и предал в руки наши полчища, приходившие против нас. И кто послушает нас в этом деле? Какова часть ходившими на войну, такова часть должна быть и оставшимся при обозе. На всех должно разделить. Вот такая история веры, веры Давида. Даже в этом раздавленном состоянии, Ко всем скорбям он не знает, что ему быть в изгнанниках осталось пару дней, ну, может, с неделю, что все кончилось, заканчивается. И эта скорбь, она подрубает его. Это последнее тяжелое испытание, когда ты изгнанник, и неизвестно, когда все это кончится, твое изгнание, у тебя еще украли все, что было ценного, дорогого, плюс все люди, которые были с тобой все эти годы, они потеряли все самое дорогое. Вот плод доверия Богу, вот плод того, что мы пошли за этим, кого считали избранником Божьим. Сколько раз в жизни, в истории так происходило, когда доверился человеку, думал, что он избранник Божий, а вместо этого попал в такую страшную беду, когда приходишь, дом твой сожжен, и все, что было для тебя ценным, погибло, украдено, развеяно. Естественно, они, как разочаровавшиеся, отчаявшиеся, они-то ведь не верят Богу, как верит ему Давид. Они-то поверили тому, что он был великий, что он должен быть царем, и когда будет с нами, когда он будет царем, он нас не забудет, мы будем с ним великими. Вот ради чего они там были. Не ради Бога, а ради того, чтобы однажды занять высокий пост с Давидом. Вас удивляет? Апостолы так думали. Ходя в Иерусалим, они думают точно так же, чтобы занять место рядом со Христом. Он им говорит о скорбях, они говорят: "Да, да, мы же все претерпели, вот немножко и будем с тобою царствовать". Оказалось совсем не то, совсем не то, что они ожидали, и вот это разочарование, расстройство и сотрудники, соратники, которые много-много лет были с ним, подумать только сколько пережито вместе, сейчас готовы от него отречься и побить его камнями. И Давид, который мог быть тоже расстроиться, разочароваться, все кончил, все, 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 конец всему, полная катастрофа, Бог меня бросил, он не потерял веры, он обращается к Богу, что мне делать? Ты привел эту ситуацию. Что мне делать в этой ситуации? Ты не оставил меня. Это мы, что бы с нами ни случилось, говорю, все, Бог меня бросил, я никому не нужен, теперь я сдохну здесь самой поганой смертью. Надо спросить у Бога, ты меня привел в эту ситуацию, ты что от меня хочешь? Что ты ждешь от меня? Что я должен сделать сейчас? И Давиду было сказано, иди, Догонишь, отнимешь, вернешь, иди, и то, что должно было служить твоему позору, будет служить твоей славе. И Давид ни каплики не сомневаюсь, уж таких там было много. Тут всего 600 человек, они сели на своих коней, пошли пешком, и пошли, хотя бессилены, потому что горе вымотало их, естественно но они пошли, чтобы вернуть добычу. Они смотрят не на количество врагов, не на неподъемность ситуации. Бог сказал, надо делать. Вот это вера. Вот это подвиг веры Давида, он не только сам пошел, он повел за собой людей, и даже в числе 400 человек они напали, и Бог предал врагов их в руки их, и они смогли добиться того, чего добились. И вот эта ситуация, она показывает, что никогда не нужно отчаиваться. Надо спросить у Бога, что именно я должен делать сейчас, а не думать о том, что Бог меня оставил. Еще один момент. Злые и негодные люди, ходившие с Давидом, Стали говорить с Давидом 14 лет, злые и негодные люди, но казалось же это такое проверенное братство, они же принесли вместе столько напасти, столько скорбей, у Христа был Иуда, всегда среди людей, сплотившихся около кого-то есть злой и негодный человек. Почему нас это удивляет? В этом мире есть злые и негодные люди. Есть трусы, есть подлецы, есть негодяи. Кого только нет. Мы же это знаем, они есть. Почему нас удивляет, что такие люди есть рядом с достойными и великими людьми? Почему всякий раз падаем в какую-то истерику или страшную, буквально вот разлагающую депрессию, когда узнаем, что рядом с подвижником благочестия или замечательным полководцем, или там с каким-нибудь там царем, или руководителем предприятия, или священником, или епископом, рядом с ним обретается какой-то гнилой, злой и негодный человек. Чему бы ему там не быть? Мы сами идеализируем эту жизнь, думая, что есть некое сообщество людей, в котором все правильные. Не бывает так. Так не было даже у Христа, не бывает нигде. Это может быть замечательное монашеское братство, и в нем встречается три, пять негодных людей. Это может замечательный пол, батальон, но там встречается. 5-10 негодных людей. Это может быть замечательный трудовой коллектив, какой-то политическая партия, организация, братство, сестричество, приход, община. И там могут быть сколь угодно злых и негодных людей. Это не должно нас смущать. Мы почему-то верим, что с хорошими людьми могут быть только хорошие люди. Но это только наша мысль. На самом деле так никогда не бывает. Там, где есть хорошие, собираются много хороших. Но среди этих хороших обязательно есть несколько злых и негодных людей. И это не малодушие хороших. Это долготерпение Божье, долготерпение и милосердие этих людей, которых знают о плохих, что они плохие. Знают они годны, что они негодны, но они любят и терпят, ибо в этом и состоит их хорошесть.